Друзья, огромный-огромный всем привет! Вы на канале Мисс Карина Зав, Мир глазами женщины. Меня зовут Карина, я автор этого канала. И раз уж заканчивается 2021 год, я для себя решила, что надо заблаговременно все размусорить, избавиться от пустых баночек. Возможно, в последние денечки что-то еще и накопится, но это будет не так много, как на сегодняшний день, поэтому я приступаю к разбору пустых баночек. Если вам интересна такая тематика, то, пожалуйста, оставайтесь со мной. Надеюсь, мы приятно с вами проведем время за обзором того, что закончилось, и стоит ли это покупать, или вообще не стоит смотреть в эту сторону. Начну вот с такого средства. Это Силит Бэнк антиналет плюс блеск, свежесть океана. Я это средство использовала для ухода за унитазом. Мне все подходит, все нравится. Возможно, цена не такая уж бюджетная, как хотелось бы. Но, тем не менее, в любой пятерочке, в любом магните всегда бывают акции, на которые стоит обращать внимание. Мой любимый Санокс – это средство для сантехники. Я зачастую тоже ухаживаю за унитазом и мою раковину и ванну именно этим средством. Я знаю, что очень многие любят такое средство. И по моим отзывам покупки на Wildberries тоже девочки стали покупать, потому что бывает выгодная цена, но запаянные два флакона. Но если вы пользуетесь таким средством регулярно, то, думаю, запаянные два флакона в одну упаковку вас никоим образом не смутят. Я думаю, что во многих городах есть магазины Атак и Ашан, и там присутствует такая марка, как «Каждый день». И муж покупал у меня вот такое вот средство, там спрей водоотталкивающий, и очень нам нравится по уходу за обувью, по уходу за кожаными сумками, даже из кожзама, по уходу за кожаными куртками, и даже он зонтики обрызгивал все время вот таким средством. Поэтому закончились вот такие вот баллончики, смотрю, пустые стоят, надо прикупить уже где-то очередные, может быть, не каждый день, но обязательно, чтобы такое средство было у нас в обиходе. И еще одна покупка от марки «Каждый день» – это дезодорант для обуви. Муж у меня вот такой покупает, но он сказал, что вот такой вот дезодорант действует гораздо хуже, чем дезодорант, который мы покупали в магазине «Кари». Ну, собственно, и цена, конечно же, соответствующая. У этого дезодоранта гораздо дешевле цена. Ну, возможно, да, здесь стоит опираться на то, что подороже и будет лучше действовать. Для мытья посуды у меня закончился АОС бальзам, точнее не закончился, я его перелила в бутылку с дозатором, а вот эту вот выбрасываю. Вы знаете, я его купила по акции и еще подумала, может быть, тоже какой-нибудь будет жиденькая водичка. Но нет, знаете, я очень довольна, и приятно пахнет, и густая консистенция, и хорошо отмывает посуду. Как-то у меня на этот раз очень много скопилось влажных салфеток, упаковочек, и все разномастные. Влажные салфетки от Толи Плюс, вот такая маленькая упаковка. Зелененькая, они продаются зеленые и синие, но они абсолютно одинаковые, тоже от Толи Плюс. Это для сумочки очень удобно, маленький вариант. Универсальные влажные салфетки с клапаном, но мне они не очень нравятся, я беру их в пятерочке за неимением детских влажных салфеток, которые чаще всего бывают за 39 рублей. Но здесь 80 штук, ну, тоже подойдут. Если не по уходу за ребенком, то, по крайней мере, по уходу за домом, конечно же, у меня улетучится. И в магните еще брала вот такие салфетки эконом для всей семьи. Влажные универсальные салфетки, которые не содержат спирта. 70 штук и подходят для любого типа кожи. Закончилась жидкость для снятия лака, у меня муж ее покупал в фикс-прайсе. Но знаете, что хочу про нее сказать? Она действительно щадящая. Она не так травмирует ногтевую пластину, не так ее иссушает. Но и постараться снять лак, даже обычный лак, никакой не гелевый, а именно обычный декоративный лак, это тоже, ну, нужно постараться.
Но, собственно, есть свои плюсы, есть свои минусы. Каждый выбирает для себя, что для кого важнее. Быстренько снять лак, либо все-таки поберечь свои ногти в дальнейшем. Закончился гель для душа от Белита, это который мне присылала Кристина, «Счастье в мелочах» канал. Спасибо огромное, очень приятный, очень нежный, не сушит кожу. Это вариант ванильный милкшейк. Я уже посмотрела на Wildberries, оказывается, вот эта серия Tasty Moments, вкусные моменты от Белита, существуют еще и другие гели для душа. Кто любит, чтобы в запасе у них были гели для душа, причем, может быть, именно одинаковые фирмы или одинаковые серии, то присмотритесь. Закончился крем для депиляции от Эверин. Я сейчас пользуюсь таким же, заказывала на Wildberries. У меня к нему никаких претензий, никаких нареканий, поэтому могу советовать. Последняя из четырех штук, которые были в наборе, станочек, вот эту вот бритву выбрасываю, мне не понравились мне не понравилась та упаковка, которая была с четырьмя станками. Очень плохо показали себя, поэтому больше не буду такие брать. И выбрасываю упаковочку. Упаковочка от пузырьковой маски из Fix Price. Неплохая маска для каждодневного использования, для домашнего использования. Вполне подходит и прекрасно действительно для поддержания красоты кожи лица. Хочу показать три продукта, которые у меня подошли по срокам. И я не буду больше накапливать их, хранить. Это я не использовала до конца. Вот такой вот крем для кожи вокруг глаз, женьшеневый. Это Невская косметика, но очень многие хвалят, потому что Невская косметика, помимо вот такого крема вокруг глаз, выпускает еще очень много полезной уходовой косметики, поэтому присмотритесь. Ну, я вот как-то вот что-то про него забыла, и поэтому он у меня залежался, в дальнейшем уже использовать не буду. Мне не подошел, поэтому срок годности тоже закончился. Вот такой крем для лица, я его брала в Магнит Косметик. Мне как-то не очень хорошее ощущение на лице, поэтому я решила его не использовать. Может быть, он действительно хороший, может быть, действительно действенный, но не для моей кожи. То есть, чем дальше в лес, тем толще партизаны, как говорится в пословице. Но теперь я уже начинаю понимать, может быть, моя кожа не такая уж и слоновья, и, возможно, и даже на мою кожу найдутся раздражители, которые будут неблагоприятно действовать на нее. Вот этот крем, видимо, оказался одним из таких. Закончился срок годности и начал уже вздуваться. Мы его очень мало использовали. Я покупала солнцезащитный крем детский. Это крем на суше и на море для чувствительной детской кожи. SPF 30, но я поняла, что Серафим у меня вроде бы не особо таки страдает на солнце, у него не возникает каких-то ожогов, хотя даже это не показатель, чтобы не использовать крем. Ну, вот этот у нас простоял, видите, уже таким бочоночком стал от марки Флорисан, но очень-очень вкусный запах имел. Ни о чем хочу рассказать. Это мой любимый карандашик от Vivienne Sabo в оттенке 02 для бровей. Я заказала уже очередной вот такой вот на Wildberries, чтобы в запасе был. И сейчас использую именно такой. Последнее время вот именно такие у меня в приоритете, и я ими довольна, потому что они не создают эффект татуажа, хорошо очень держатся, прокрашивают именно даже кожу, если у вас есть какие-то проплешинки в бровях, поэтому очень довольна и всем советую. Кстати, на Wildberries и на Озон можно действительно усечь те моменты, когда они стоят на порядок дешевле. Так они могут быть за 300 с лишним рублей, а так можно заказать даже за 205. Все, мам, покупайте. Ну вот, на этом серия пустых баночек закончилась. Не знаю, будет ли еще какой-то незапланированный выпуск в самом-самом конце года. Но сейчас мне хочется от этого всего избавиться. Так что, если вам понравилось...
Не избавляйся. Покупатели приехали. Так что, если вам понравилось это видео, обязательно ставьте лайки, оставляйте комментарии, задавайте вопросы, нажимайте на колокольчик, чтобы получать оповещение о тех видео, которые выходят на моем канале. И, конечно же, давайте дружить с каналами, либо просто дружить, если даже вы не блогер на YouTube. До новых встреч, пока-пока. Пока!